Кандидаты в депутаты Госдумы начали подавать документы на регистрацию. По Канашскому одномандатному округу номер 37 изъявил желание баллотироваться представитель Российской экологической партии «Зеленые» Александр Воробьев. С февраля 20 по апрель 21 года он исполнял обязанности министра природных ресурсов и экологии республики. Также сегодня документы на регистрацию сдали представители партии «Родина» Эдуард Романов и Сергей Павлов. Они идут по Канашскому одномандатному округу номер 37 и Чебоксарскому округу номер 38 соответственно. В ближайшие дни республиканская ЦИК проверит порядок выдвижения кандидатов и примет решение об их регистрации. На сегодня документы на регистрацию кандидатами в депутаты Госдумы представили 16 человек. На данный момент 5 зарегистрированных кандидатов.